Метроэкспо – это возможность не только познакомиться с новыми коллегами и партнерами, это возможность заключить соглашение. Асан, с этим я хочу вас и поздравить. Расскажите, что важного сегодня произошло для вас в вашем бизнесе. Мы сегодня заключили долгосрочное партнерство с компанией Метро, и основная задача этого партнерства – это сделать доставку, высокотехнологичную доставку продуктов питания как можно большему числу жителей в России. То, что сейчас, по большей части, такой сервис существует только в Москве и в Питере, но наша задача к концу года – покрыть большую часть России. Мы хотим к концу года покрыть 15 городов-миллионников и доставлять высококачественные продукты Метро, собственно, для жителей большей части страны. То есть происходит некоторая конвертация, да? То есть если раньше Метро был доступен исключительно для оптовых закупок, и это был B2B-сегмент, то сейчас мы предоставляем эту услугу и делаем ее возможной и доступной для, скажем так, физических лиц. Да, физические лица на самом деле могут также зайти на сайт, либо на сайт Метро, либо на сайт Инстамарт и заказать доставку продуктов питания. Конкретно для Метро на самом деле это тоже очень интересная возможность, потому что для Метро это возможность выйти B2B, то есть мы являемся вот этой средней B, B2C, то есть, грубо говоря, B2B to B2C. И для Метро это возможность увеличить свою, собственно, базу клиентов значительно именно в B2C-сегменте. С помощью нас. Слушайте, что для вас значит быть привилегированным партнером компании Метро? Это должен быть какой-то особый статус, и наверняка вы испытываете за это невероятное чувство гордости. Я думаю, что да, первая часть, конечно же, она эмоциональная, потому что очень круто, что компания Метро, собственно, доверилась именно нам, а не там ряду наших конкурентов, которых у нас на самом деле тоже много. И само партнерство означает сотрудничество в трех сферах. Первая сфера, как я говорил, это открытие 15 городов-миллионников, сейчас мы только в 5. Вторая сфера – это теперь на сайте самого Метро можно сделать заказ, который будет делаться именно Инстамартом, что раньше не было такой возможности. И третье сотрудничество – это то, что мы обладаем огромным количеством данных, которые мы можем значительно помогать улучшать доступность продуктов, выбору ассортимента самому Метро, самому ритейлеру. Вот эти вот три сферы сотрудничества мы собираемся сильно продвинуться в этом году. Скажите честно, для вас сегодняшнее соглашение – это был сюрприз или вы были готовы к тому, что сегодня случится важное событие? Мы были готовы. Это на самом деле было 3- или 4-месячные переговоры, и мы очень рады, что они завершились таким красивым подписанием, как сегодня. Но я хочу сказать нашим телезрителям о том, что такое потрясающее партнерство и статус привилегированного партнера – это отличная возможность доставлять самые лучшие, самые вкусные продукты компании «Метро» прямо к вам домой. Именно. Ну, мы желаем вам удачи и надеемся, что будет не 15 городов, а гораздо больше. Полностью согласен. Спасибо. Желаю вам удачи и хорошего развития вашего бизнеса. Спасибо.